Пока вы не сделаете ваше подсознательное сознательным, оно будет направлять вашу жизнь. А вы будете называть это судьбой. Я не думаю, что это известное высказывание Карла Густава Юнга нуждается в каком-то моем личностном восприятии или комментариях. Здесь все предельно просто. Поднимайте как можно больше с подсознательного, выводите в сознательное, и у вас будет тем больше рычагов и инструментов самим направлять свою жизнь, самим создавать свою судьбу. Если, конечно, вы этого хотите. Тут я мог бы закончить этот ролик своим традиционным «все», но может возникнуть вопрос, а разве есть кто-то, кто не хотел бы самому направлять свою жизнь? Конечно, многие хотят сами направлять свою жизнь. Но не каждый осмелится копнуть свое подсознание. Не каждый рискнет встретиться с самим собой. В конце концов, не каждый захочет принять тот факт, что причина того, что в его жизни не все так происходит, как ему хотелось бы, в нем самом. Конечно, удобнее называть это судьбой. Вы готовы сделать подсознательное сознательным? Или вам удобнее называть это судьбой? Все.